Причина остановки строительства свинокомплексов – отсутствие разрешительных документов. О нарушении стало известно после внеплановой проверки Госстройнадзора. На объект вблизи села Становое специалисты приехали в начале августа. Мираторгу выдали предписание о приостановлении работ. Протокол об административном правонарушении составят 16 августа. Компанию могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей. В адрес главы муниципального образования будет направлено уведомление о самовольной постройке. После 20 дней, когда истечет 20 дней после получения им уведомления, орган местного самоуправления принимает одно из двух решений. Либо снос и обращение в суд, либо приведение в соответствие. В соответствие – это значит выдача разрешения на строительство. Строительство свинокомплекса в Фатежском районе приостановили еще раньше. Сегодня на площадке нет людей, отдыхает техника, никаких работ здесь не ведут. Ждут разрешения. Кроме недооформленной документации, пока других нарушений не зафиксировали. Экологические показатели в норме. Компания «Мираторг» поторопилась начать строительство, недооформив документы. Надо было дооформить документы, проектно-сметную документацию и, получив разрешение, дальше работать. Кроме того, изменения внесут в генплан и правила землепользования и застройки. Администрация Паныровского района выделила на карте особо охраняемую зону, урочище Большой Курган и истоки реки Свапы. Анна Пикулина, Алексей Еременко, телеканал 7.